Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня мы продолжим играть в Bed Wars, вот. И, кстати, смотрите, на нас уже какие-то жольты строятся, просто пипец на самом-то деле. Вы это видели, ребят, один жольтый просто взял и полетел в бездну, вот это прикол, конечно. Ух ты, видали? Наши команды кидают эти самые огненные шары в них, и это круто. В общем-то, ребят, сегодня я бы хотел построить очень крутую троллинг-ловушку, в которую буду ловить всяких злых игроков. Вот, сейчас, короче, нужно по-быстренькому защитить свою кровать, а то нам этот дурацкий желтый, как мне кажется, ее сейчас сломает. Вот, давайте быстренько ее заставим хотя бы какими-то блоками. Он уже тут! Быстрее! Уничтожаем этого какашку! Ух, все нормально. В общем-то, смотрите, в чем заключается троллинг-ловушка. Ага, к нам еще какой-то... Желтый прибежал. Вы это видели, ребят? Этот желтый реально какой-то ненормальный. Он уже дважды просто взял и упал в бездну. Вот, в общем, смотрите. Троллинг-ловушка заключается в том, что мы прямо вот под этой паутиной сейчас сделаем небольшую платформу, после чего будем туда как-то пытаться загнать этих самых злых игроков. И, короче, как только они попадут в эту паутину, они больше никогда в жизни оттуда не выберутся и будут там просто сидеть до конца игры, вот. О, нифига себе, это как это он выжил? Ничего себе он дает. Ну ладно, пусть там сидит. А я сейчас тогда, ребят, смотрите, закуплюсь немножечко блоков, спущусь в этот самый низ и уже начну строить платформу, вот. И, в общем-то, давайте я ее построю и уже покажу, как она будет выглядеть. Фу, ну все, наконец-то я уже достроил эту дурацкую комнату гигантскую, вот. Выглядит она вот как-то так, и, короче, смотрите, я оставил здесь вот такие вот небольшие дырки для паутины, и нам осталось только в эту паутину кого-нибудь поймать, поэтому давайте я, наверное, побегу на центр, там 100% просто-напросто много игроков бегает, вот, хотя, смотрите, там какой-то желтый бегает, а давайте мы его тогда как раз-таки попробуем поймать, если у нас получится. Это будет реально круто. А ну-ка, так-так-так. Оббегаем и пытаемся его скинуть в паутину. Давай, давай, пожалуйста. Желтый игрок, ну же. Офигеть, ребят, он не хочет скидываться. Он меня почти что убил. Нет, все, отлично, так. О, он попал в паутину. Давайте мы его закроем, короче. И посмотрим, что произойдет с ним примерно через минуту. Вот, я его закрыл, чтобы мои союзники его как-то не уничтожили. И все у нас получилось. Вот, поэтому давайте мы немножко подождем. Все, ребята, прошла примерно одна минута, и этот желтый опустился в самый конец паутины, и он теперь меня вообще не может даже ударить. Вы только на это посмотрите. Он там застрял и теперь будет реально сидеть до самого конца игры. Вот это реально прикольно получилось у нас с вами. Смотрите на него, просто посмотрите. На самом-то деле, я даже не знаю, как его можно потроллить, потому что я его сам не могу ударять. Вот, поэтому, в общем-то, наверное, сейчас, о, смотрите, он что-то в чат пишет. Это что за фигня? Куда я попал? Вот это прикол, ребят, прикиньте, это оказывается какой-то русский игрок, и он вообще, походу, офигевает, что происходит. Вот это да, вы только посмотрите, блин. Жалко, конечно, что я его тоже не могу ударять, но все же это очень прикольно. Ой, так он же сейчас выберется, наш союзник, ты что делаешь? Нужно быстрее поставить блок, и все. Ух, ну ладно, короче, пусть он тут сидит, делает что угодно, ну, а я пошел сражаться со следующими игроками, вот, давайте мы придем к этому игроку примерно через минутки две и посмотрим, сидит ли он там или же он, может быть, выйдет, я не знаю, вот, поэтому давайте, наверное, побежим на команду желтых, да, потому что они как раз-таки единственные, кто остались в живых, так сказать, поэтому сейчас тогда я закуплю все нужные ресурсы и уже продолжу. Так, ну что же, в общем-то, я уже купил все самые нужные ресурсы, даже купил лук вместе с ТНТ, и в принципе прямо сейчас мы как-то постараемся наконец-таки уничтожить этих дурацких желтых. А ну-ка, получай, какашка. О, отлично, попал. Еще раз попал. Вот это круто, я, конечно, стреляю, ребят. Вы только посмотрите. Интересно, нам получится сломать их кровать? Надеюсь, да. Поэтому давайте мы вот как-то вот так вот проберемся аккуратненько и попробуем на их команду скинуть ТНТ, который как раз-таки у меня есть. Вот, главное, чтобы они сейчас по мне не кидали всякие огненные шарики, и тогда все будет очень хорошо. Поэтому давайте вот так, вот так. Ух ты! Ничего себе, ловушка сработала. Ну ладно,
она мне ничего не сделает, поэтому давайте мы куда-то вот сюда скинем ТНТ и посмотрим, что же произойдет. Бабах! Отлично! Я уже практически вижу их кровать, осталось сломать только один блок и будет реально круто, поэтому давайте мы вот эту какашку обстреляем и уже будем на них нападать. Так, раз, два, блин, у меня закончились стрелы, а вот это, кстати говоря, вообще не очень хорошо, поэтому давайте прямо сейчас я, наверное, возьму, вот так вот аккуратненько спрыгну, попытаюсь скинуть этого какашку в бездну и, конечно же, сломать им кровать, получай, получай. А ну-ка, где там у них кровать? Вот она! Да, я сломал им кровать, ребят, давайте мы сейчас появимся и посмотрим, что же там происходит с этим желтым игроком, который сидит в паутине. О, смотрите, он до сих пор сидит в паутине, но он уже выбирается, нифига себе, а как это он выбрался, пипец какой-то. Ну ладно, игрок, давай, иди сюда, посражаемся сейчас мы с тобой. О, нифига себе, он написал в чат, я выбрался, ха-ха-ха, офигеть, он какашка. Ну давай посражаемся тогда, сейчас я тебя убью, ты где, а, вот ты где, получай. Ребята, блин, а как это он меня убил-то? Я очень сильно хочу победить. Ух ты, еще какой-то желтый. А, это он же. Ну все, у тебя очень мало жизни осталось. И на этот раз я тебя точно уничтожу. Получай, да. Ух, ребят, наконец-то мы его сломали. И, кстати, нашу кровать тоже уничтожили. Вот это да. Это получается то, что наша красная команда осталась против команды желтых. Пипец. Но у желтых есть очень большое преимущество, потому что у них есть очень много крутых ресурсов, броня и так далее. Поэтому давайте я сейчас тоже куплю крутых ресурсов и уже продолжу. Ага, а вот и первый желтый, он уже пытается к нам построиться. И, кстати говоря, их осталось двое, как и нас. Ух ты, ничего себе, он в меня кидает шарики. Нужно валить, ребята. Нет, он меня скинул, ведь у меня были такие крутые ресурсы. Но он этими дурацкими шариками просто взял и откинул меня в бездну, пипец, конечно. Очень обидно, ну и что поделать, ладно. В общем-то, я решил сыграть еще одну вторую игру. Уже закупился всеми нужными ресурсами. Вы видели, ребят, это? Желтый игрок просто взял и скинулся в бездну сам по себе. Ну, он дает, конечно. В общем-то, смотрите. Я себе купил вот такую вот крутую железную броню. Потом купил себе меч, кирку и даже огненный шарик. Вот, поэтому сейчас мы уже начнем. О, нифига себе, еще какой-то синий игрок полетел в бездну. Ух, просто пипец. В общем-то, сейчас я бы хотел как-то уничтожить команду желтых, потому что они реально уже совсем офигели, бегают на нас 100 раз за секунду, и это мне вообще не нравится. Поэтому давайте вот так вот как-то аккуратненько построим воздушный мост. Ух ты, смотрите, им уже кто-то подорвал кровать. Я даже не успел построиться, их уже уничтожили. Вот это прикол. Какой-то синий невидимка, как самый настоящий ниндзя, пробрал на их команду и разломал их. Просто пипец. Ух ты, а тут какой-то еще игрок снизу, а давайте мы в него шарик кинем. Получай. О, видали, как он подлетел. О, правда, он не умер, это как так-то? Ребят, он какой-то профессионал, походу. Ну все, держись, игрок синий, получай тебе. Да, отлично, на этот раз у нас все получилось. Вы вообще поняли, ребята, что сейчас произошло? В меня какую-то штуку кинули, и я чуть не упал в бездну. Вот это жесть, конечно. А, он в меня с лука пытается стрелять. Нет, какашка, я тебе это не позволю делать. Давайте мы вот здесь какую-то защиту построим. Просто пипец, ребята. Он меня уничтожает раз за разом, и я ему вообще ничего не могу сделать. Ой, сзади меня еще какой-то игрок, который в бездну упал. Вы это видели? Вот это пипец. Ух. Какая напряженная игра, я даже не знаю, что мне сделать. Ай, нифига себе, меня с другой стороны какой-то красный игрок взял и скинул с помощью этого дурацкого шарика. Давайте мы тогда как раз таки красной команде будем мстить. Вот, я купил себе немножечко блоков, новую кирку железную. И, в принципе, давайте уже будем отправляться на их команду. Вот, у них, правда, не особо крутая защита. А, так у них вообще нету защиты, ребят. У них и кровать
кстати, нету. Вот это да, я чуть не заметил этого. Ну все, тогда мы сейчас как настоящие ниндзи, прям как тот синий, помните, который сломал кроватку другой команде, проберемся вот так вот и... Ух ты! Опять он! И он опять в меня кидает свои дурацкие шары! Отстань, дурацкая какашка! Красная! Пипец, ребята! Сколько можно кидаться этими дурацкими шарами? У него что, бесконечные их что ли или что? Ух ты, опять шар! Просто жесть! А, нет, нашу кровать сломали, прикиньте, ребят, просто пипец, прибежал этот самый ниндзя синий и сломал ее, просто жесть, на самом-то деле, я уж думал, что мы сможем победить в этой игре, но что-то у нас пошло не по плану, и меня, короче, чуть не убили, просто пипец, ну все, дурацкий синий, я, ребята, просто обязан им отомстить, поэтому давайте прямо сейчас, ух ты, нифига себе, синего игрока откинули, это было вообще эпично. В общем, сейчас закуплюсь тогда я с вами ТНТ, всякими зельками, возможно, и мы уже тогда 100% отомстим им. Ой, на меня какой-то нападает игрок, я меч случайно выкинул, просто пипец. Короче, ребята, я сейчас нахожусь на центре, и на меня эти дурацкие синие просто толпами нападают, их очень много, а я остался один, вы прикиньте. Вот, у меня есть зельки разные, прикольные, и поэтому я бы как-то сейчас хотел уничтожить их кровать и отомстить их команде, потому что они реально совсем офигели, поэтому, в общем-то, сейчас я выпью зельки и уже буду нападать. Выпиваем зельку первую, потом вторую, и давайте как-то вот так вот аккуратненько спустимся на самый низ, пройдем по их мосту и уже реально постараемся их уничтожить. Ух, надеюсь, у меня все получится, мы сломаем их дурацкую команду до самого конца. Давайте по-быстренькому вот так вот пробежим, надеюсь, у нас все это получится, и... Да, я уже близко, ничего себе! Это что такое, ребят? Они друг другу тут базу, короче, ломают! Вот это прикол! Я сломал им кровать, и сейчас нужно выпить вторую зельку невидимости, чтобы меня никто не запалил, и... Ух, это было жестко, ребят, вы это видели? Давайте мы сейчас постараемся вот этого синего тоже как-то вот так вот скинуть! Получай, получай, какашка! Ну-ка, полетел! Да, отлично! Еще одного мы скинули! У, это было очень эпично! Ребята, у нас еще есть все шансы на победу, поэтому я бы сейчас хотел купить себе новых ресурсов, потому что у меня очень много золота, и мы с вами уже куда-нибудь отправимся. Нет, я падаю в бездну, ребят, прикиньте, короче, я решил на них напасть, уже строил мост, но в один момент они просто кинули в меня эти дурацкие шарики, и я свалился. Ух, это было очень обидно, потому что, скорее всего, я бы их убил, если бы мы сражались на мечах там каких-нибудь, но они, короче, забоялись меня и все. Вот, поэтому, в общем-то, я уже на этом буду заканчивать. Кому понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Всем пока!